Главное предложение только сегодняшнего дня. Возвращение хита. Эксклюзивно-инновационная тележка со стульчиком и тройными колесами от бренда Domiti. Вот носить с собой кипу вещей с рынка или магазина в пакете, это не только неудобно, это еще и опасно для здоровья. А буквально сейчас уже у нас ноль и минус, то есть скользкая дорога. Всегда нужна поддержка. Ну и вы понимаете, нагрузка на спину неравномерно распределяется, когда мы идем из магазина. И, конечно, это и опасно, и вредно. На помощь приходит очень удобная и вместительная тележка на колесах, которая легко справляется с препятствиями, бережет руки и предоставит место для отдыха. Центральное предложение дня по цене 1999 рублей обо всем расскажет и покажет все преимущества Юлечка Колоса. Ну, главные особенности нашей тележки, конечно, являются колеса. Это специальные шаговые колеса, благодаря которым тележка преодолевает любые препятствия. Они надежные, литые, крепкие, прочные. Вам надо пройти лестницы, бордюры, кочки, неровную дорогу. Вам больше не придется носить тяжеленные покупки в руках, не будет нагрузки на руки и спину, и вы легко преодолеете даже такое серьезное препятствие за счет шаговых колес, как лестница. А сумка будет при этом у вас перегружена. Ваше здоровье теперь в абсолютной безопасности. Еще одним преимуществом нашей сумки является то, что она очень вместительная. 34 литра. И переносить можно не только покупки, там, продукты, но и стройматериалы, и превращать ее даже в стандартную тележку. Что мне еще понравилось как эксперту, это то, что она не только стильная, современная и вместительная, она еще и очень практичная, выполнена из водонепроницаемого материала с крепким металлическим каркасом. Вот смотрите, мало ли что разольется внутри, вы будете знать, что сумку, за ней легко ухаживать, легко постирать, и главное, все продукты у вас не испачкаются. Вот такой надежный дополнительный карман для кошелечка, для очков, проездного, конечно, таблетки положить в дорогу, мало ли что. Наш рюкзак, вот этот огромный, да, мешок, он съемный, что делает тележку многофункциональной, плюс его легко постирать, помыть, то есть это долговечно. Ну и, конечно, любимое приспособление – это складной стульчик. Вы можете отдохнуть в дороге. Дождь, снег не испортит ваши продукты. И все это для того, чтобы вы чувствовали себе комфорт. Комфорт каждый день. Потрясающая тележка со стульчиком вашего VIP-места и тройными колесами. Еще и в нескольких цветах. Синий цвет самый ходовой, закончится первым бежевый, коричневый. Цвет морская волна, серый и красный. Выбирайте, синий лидирует 100% сейчас. У вас есть возможность выбрать из 6 цветов. Позвоните по номеру телефона. Цена держится сегодня со скидкой 42%, 1999 рублей. Грузоподъемность 30 килограммов внутри, 34 литра объемкой сумки. Максимальная нагрузка на сиденье 100 килограммов. Вес тележки 2,5. Причем она очень многофункциональная и прочная. У нас есть отзывы. Ирина Александровна пишет, встроенные колеса действительно помогают тащить груз наверх. Перестала просить помощи окружающих, справляюсь сама. И еще и материал хороший, легко ухаживать, не промокает. Да. Спасибо, что пишете отзывы, потому что вот в июле они были полностью распроданы. И сейчас у нас специально для телезрителей от бренда Domiti дополнительная поставка наших тележек инновационных. И я знаю точно, что вот в Челябинске, да здесь в Москве у нас много домов, где, в принципе, чтобы в подъезд зайти, нужно преодолеть несколько ступенек, да, чтобы до лифта добраться, нужно 5-10 преодолеть. А, например, у мамы была травма руки, это просто невозможно, нельзя поднимать тяжелое. Но что делать? Ведь ходить в магазин нужно, по делам ходить нужно. И помощники не всегда рядом. Это точно. Но у вас всегда теперь рядом будет помощник, тележка со стульчиком и тройными колесами. Главная инновация бренда Domiti, это как раз, Олечка, вот такая шаговая система. 6 колес, ни одно, ни 4, да, ни 2, как со всех сторон, а именно 6 колес. Благодаря этому вы легко преодолеваете препятствия, такие как лестницы, бордюры, ямы, кочки. Не всегда у нас с вами бывает ровная дорога из магазина домой. Вооружились тележечкой, даже перегруженная, она легко идет и по гравию, и по камню, по кочкам и бордюрам, по лесенкам, по любым препятствиям. Вы не всегда идете по асфальту, иногда это просто
с травой, с кочками какая-то дорога. Посмотрите, как это легко происходит. Пойдемте на лесенку, посмотрим, как это работает на лестнице. Шаговая система – это действительно уникальная история, которая освобождает вам ручки, не перегружает вашу спину. Как это было раньше тяжело, теперь как это легко будет перегруженную тележку спускать и поднимать по ступенькам. И это счастье, во-первых, прежде всего, конечно, для пожилого населения, которое часто ходит в магазин, перегружает большое количество вещей, покупает, перегружает потом спинку, руки. Ну, а и осень, еще и такая проблема с артритами, так что нужно себе в этом смысле обязательно помочь. Буквально на один эфирный день нам предоставили тележки со стульчиком и тройными колесами. Вот этот хит телеканала по цене 1999 рублей. Несмотря на рост курса, несмотря ни на что, цена сохранилась. Притом, если вы оплатите картой сразу, цена будет 1899 рублей. Вот за такого помощника не нужно будет платить остеопату и так далее. Смотрите, 30 килограммов, понимаете, вместимость. Вот пошли вы в магазин, да, самое необходимое. Вот она, тяжелющая тележка, вот. Что в нее помещается? Давайте быстро покажу вам. На самом деле, я попробую это все сделать в пакет. Помогай. Что бы вы делали, на самом, вот, в принципе, апельсины, в обычной яблоки. Жизни? Да? Вы бы набирали это все в пакет. Овощи, о, вот для борща. Тяжело. Да, фрукты, овощи. Молоко надо? Надо. Картошку, конечно, как суп сварить без картошки. Кашку детям обязательно. Овощи. Так, дальше. Это уже и самое главное. Воды обязательно питьевой. Ну вот посмотри. И еще я обязательно... Смотри, вдвоем, Юль, тяжело. И у меня еще не помещается. Не помещается. То есть, либо я второй пакет беру, да, я вот это говорю, мне тяжело будет одну, мне уже нельзя поднимать, все, серьезно. И тебе тоже, кстати, да? Бросаем. Смотреть очень тяжело. Нет, вот это невозможно. Все было тут, понимаете? И я с легкостью по лестнице это все таскала. Вот поднять, донести до дома и потом идти ко врачу и заплатить 9000 рублей остеопату. Угу. У нас цена 1999 рублей вот за такого помощника, чтобы просто сложили все в сумочку прям и пошли домой с легкостью, несмотря ни на какие, ни на бордюры, ни на лестницу. 1999 рублей. И эксперт Колосова Юлечка подытожит, какие основные преимущества и уникальность. Потрясающий бренд Домити дарит нам сегодня уникальную тележку с шагающими инновационными колесами, износостойкой, съемной сумкой. 34 литра вместимость, 30 килограмм грузоподъемность, откидное сиденье, 100 килограммов максимальная нагрузка на стульчик, нескользящая ручка, стальной каркас, надежный и, конечно, компакт. Хранение, все это бренд Домити, который очень заботится о функционале, о том, чтобы вы были здоровыми и привезли те продукты, которые надо вам, не экономили, но не ограничивали себя. Обязательно 1999 рублей, имейте в виду, только сегодня такое предложение. Ваш помощник с VIP-местом всегда с вами на телеканале «Живая».